Первый выход человека в открытый космос, спортивные победы, портреты уникальных личностей, памятные события страны. Такие кадры смогут увидеть междуреченцы. Фотовыставка мирового уровня «Гран-при по-русски» откроется во Дворце культуры Распадский 1 декабря. Вход бесплатный. World Press Photo впервые в Кузбассе. 1 декабря во Дворце культуры Распадский откроется фотовыставка мирового уровня «Гран-при по-русски». Фотографии российских и советских лауреатов World Press Photo с 1955 по 2015. 149 снимков, ставших отражением своего времени, смогут увидеть посетители экспозиции. Запечатлены практически все памятные события нашей страны за последние полвека. Проект представят лауреаты премии Василий Прудников, Игорь Гаврилов и Александр Лыскин. Стань свидетелем события мирового масштаба. Открытие состоится 1 декабря в 13:00 в ДК «Распадский». Выставка продлится до 15 декабря. Время работы с 10 до 18 часов. Вход бесплатный. В Междуреченске выставку в рамках проекта «Поколение М» представляют «Евраз», «Распадская угольная компания», «МТС», администрация Междуреченского городского округа.